нас в гостях Екатерина Бах и Андрей Быковский. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, ну, завтра на парад-то пойдете? Вы знаете, очень много лет мы мечтаем сходить на парад. Но, к сожалению, такая у нас профессия, и каждый праздник для нас – это выступление. Поэтому завтра мы будем выступать. Ну, парад же пройдет ранним утром, с 10 до 12, я так понимаю. Или как раз в это время у вас? Как раз в это время у нас репетиции, подготовки. А то есть где-то на площадках города вот так же, да, в это время? На площадках пригорода. А, пригорода. Да. Это тоже хорошо. И вы исполняете, получается, военные песни? Мы исполняем, безусловно, военные песни. Мы и наши воспитанники. А кто это вы, воспитанники? Вы обучаете маленьких детей? Да, да. И они также поют. А скажите, а вообще в каком жанре вы поете, ну, если не касаясь 9 мая? Преимущественно. Да. Преимущественно эстрада, эстрадный вокал. Используем джаз. Вот накануне 9 мая, вот уже завтра праздник Великой Победы, хочется задать вопрос. Вот ваши дедушки и бабушки воевали? Ну, да, конечно, мои дедушка и бабушка, они в военных действиях не участвовали, но они трудились в тылу. Угу. Что тоже важно. А они завтра пойдут на парад? Или... Не знаю. Не знаете. Ну, может быть, они будут смотреть парад по телевизору, потому что они уже такие старенькие. Вот смотрите, затронули мы тему военных песен, да? Вспомните уроки музыки. Да. У вас были уроки музыки в школе? Конечно. Вот какие песни мы пели в детстве? Ну, вообще, я как певица, я воспитывалась вообще на патриотическом репертуаре. Угу. И я считаю, что это очень важно, потому что именно в таких песнях воспитывается какая-то нравственность, какая-то мораль. И стараюсь своим детям тоже привносить в их творчество именно... такой репертуар. А как вы считаете, в школах нужно ввести вот обязательное разучивание таких песен на уроках музыки? Я считаю, нужно. Обязательно нужно. Я с вами полностью солидарен. А что вы нам сегодня исполните? Мы сегодня исполним замечательную песню, которая называется «Смуглянка». В таком случае мы вас просим, мы благодарим вас, мы ждем с нетерпением. С вами, друзья, мы вынуждены попрощаться. Это утро для вас работали Андрей Сапегин, Татьяна Докучаева. И, друзья, с наступающим вас праздником и отличных выходных. «Смуглянка» звучит для вас. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. А смуглянка молодованка отвечала парню в лад: партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. И смуглянка-молодаванка по тропинке в лес пошла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала.
Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, клён зелёный, лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, клён зелёный, лист резной. Здравствуй, парень мой, хороший мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.